Сегодня у нас Ford Transit, 2014 год. Сейчас заведем. Сразу поднял капот. Вот два ключа у нас. Потому что с фордами немножко неудобно, как с принтером. Завел, поднял. Не получается такое. Вот в максибазе автомобиль. Кузов ровный, вот на магнитах, парктроники, самый максимальный двигатель стоит, 113 киловатт вроде, сейчас посмотрю, могу ошибаться. Вот парус такой, магниты. Начнем с багажного отсека. А цена какая? Сейчас. Цену не спросил. Ну вот обшитый в родной. Сейчас уже не фанеру выпускают, а такой пластик. Пол не крашен. Парктроники. Так, пойдем дальше. Двери закрываются хорошо. Легко. Так, запасное колесо есть. Такой массивный автомобиль, смотрится хорошо. Так, по стеклам, ну понятно, 14-й год. Датчик света, дождя, распознавание полос по ходу. Сейчас посмотрим с другой стороны. Сейчас спрошу цену. Стеклоподъемники. Слыхал, что такого автомобиля на рынке больше нет. Сейчас номер телефона. Вот полная комплектация, тренд. Номер телефона, пробег. Еще скажу вам, что мы занимаемся также автомобилями под заказ. Пригоним любой автомобиль, какой вам нужен. Пишите на Viber, в описании номер телефона. Вот, 168. Так, что у нас тут есть? Кондиционер. Холодный автомобиль. Вот. Прогрелся. А цена какая? 15200 цена, ребят. Двигатель работает хорошо. Вот автомобиль. Так что звоним, пишем, ребят, подписываемся на канал. Вот регулировка сидения, работу вы слышите, двигателя, пробег есть. Что вам еще показать? Я думаю, я вам показал все, что надо. Высокий такой парус. Такой вот у нас сегодня автомобильчик. Всем пока и до новых встреч. Вот, все на месте.
Еще раз номер телефона. Звоните, пишите. Все пригоним, все доставим. Вот подогрев лобового стекла. Стекло родное. Что всем пока и до новых встреч.